Привет! С вами Громакина Ярославна, блог нашедети.ру. Сегодня я вам расскажу про новый каталог Эйвона. Это первый каталог в 2018 году. Я сделала небольшой заказ в преддверии праздников. Там у мужа день рождения, у мамы день рождения, и потом у сестры день рождения. Поэтому я заказала им небольшие такие подарки, ну и, конечно же, себе любимую. Так, ладно, давайте смотреть. Ага. Дорогому своему я заказала такой аромат, он называется Today. Today для него... Завтра, постоянно, навсегда, да? Видимо, так. Туалетная вода, ощути утонченность дикого шалфея и чувствительность белой замши. Вот такой флакон. Достаточно большой, да? 50 миллилитров. То же самое написано здесь. Tomorrow, forever, always. Такой хороший мужской аромат, мне понравился. Так, смотрим, что тут есть еще. Для себя я уже давно хотела заказать вот такую вот штучку. Это, ну, как бы футляр. Футляр для помад. Для пробников помад. Выглядит он вот так. С лейблом Avon. Компания для женщин. Раскрывается. Видите, такая красная подложка. С названием Avon. И здесь на резинке специальное отделение для пробников. Я заказала сейчас себе несколько пробников. Несколько пробников разных оттенков. Это и светлые, и темные помады. Пробники выглядят вот так. Мне очень нравятся такие пробники. На самом деле их хватает мне на очень долгий срок, практически на месяц иногда. Это при ежедневном использовании. А такое большое количество пробников. Потом я покажу, как это все выглядит на губах. Есть вот такие цвета очень темные. Темные, бордовые, красные, светленькие. Я заказала вот такие розовые пробники. Несколько оттенков красного, темно-красного, бордового, классический красный. Когда пробник мы достаем, например, давайте достанем такой пробник, такого красного цвета, надпись, конечно, Avon. И, допустим, вложим в сумку. Я покажу, как это. Вот так будет выглядеть ваш футляр после того, как вы его заполните. Я расположила пробники помад так, чтобы мне было удобно. Сверху это красные цвета, в середине это розовые оттенки. А внизу это такие темные помады. А вот здесь коричневые. И вот это то, чем я пользуюсь постоянно. На самом деле футляр очень легкий. Совсем не имеет веса. Пробники помад весят где-то около 2 грамм. Вот так. Также в этот футляр вы можете сложить пробники духов. Их также я заказала в большом количестве. Выглядят они примерно так
таким образом. По-моему, здесь 5 миллилитров должно быть. Угу. Ну ладно, разные пробники с разными ароматами. Вот такое их количество где-то. Понюхаю, скажу, что мне понравилось из всего, что здесь есть. Их также можно будет сложить в этот футляр. Таким образом, чуть-чуть хочем. Пришло в большом количестве тоже пробников. Вот, например, что это? Угу. A new vital, visible perfection. В общем, какая-то штука, не знаю. Потом посмотрю, что это, вам подробнее расскажу. Почему совершенно без перевода. Ну, вот здесь по-русски. A new обновление день. Полное обновление, мультифункциональный дневной крем для лица с защитой 20. Avon. Матирующий тональный флюид, идеальный тон, образец. Энью, омоложение, превосходство, крем для лица. Защита и восстановление, ночная маска для лица. Гиалуронец 3X. Наносится вечером легкими массажными движениями. Avon True Color. Тональный крем для лица, безупречный тон. Образец. Корректор морщин, сыворотка, корректор морщин. Тональный крем для лица, безупречный тон. По-моему, такой уже был. И омолаживающая сыворотка для лица, максимальная молодость. Хорошо. Смотрим, что тут есть у нас еще. Я взяла 3 крема. Они в таких практически однотипных по размеру упаковках. Вот. Первый из них. Выглядит он вот так. Что пишут? Чудесное сияние. Питательный крем-масло для лица. Не оставляет жирного блеска. Активное увлажнение. Увлажняющий дневной крем для лица. Разглаживающий для нормальной сухой кожи. С защитой 15. Этот я оставлю себе. Дневной крем для лица совершенство. SPF 25. Такой светло-розовый. Очки. Дальше поехали. Avon Care. Легкое увлажнение. Очищающий гель для лица. С экстрактом огурца и зеленого чая. Для жирной комбинированной кожи. Ну да, пахнет огурцом. Я люблю очень вот такую серию. Планет Спа. Сокровище пустыни с марокканским органовым маслом. Масло для косметического ухода. Запах вообще очень потрясающий. У меня было масло для волос в похожей упаковке. Но оно было просто замечательное. Маска для лица черная с сокращением пор и блеск. Восстанавливает кожу, наполняет ее энергией и так далее. Мне очень понравилось, как она выглядела в каталоге. Носится такая черная маска, и потом как пленка снимается, вроде как, убирая все поры, ну, сокращая ее. Надеюсь, что это правда. Так, Avon True, активное увлажнение для всех типов кожи лица, легкое масло для лица.
уже мне советовали его, говорили, что очень интересное, хорошее средство. Альтернатива, наверное, каким-то кремам, поэтому я бы хотела его попробовать. Здесь еще есть такая тоже серия Планета Спа. Это маска для волос, райское увлажнение с маслом оливы. Зеленоватого цвета. Закрыто, запаха нету. Посмотрим, как это будет выглядеть потом на волосах, как будут выглядеть сами волосы после использования этой маски. Вот такой замечательный дезодорант. Я уже показывала в предыдущем ролике Avon & God Essence. Есть такой аромат Avon. Дезодорант мне понравился. Хороший. Шариковым аппликатором. Аромат такой очень слабенький, в отличие от некоторых резких дезодорантов. Мне понравилось. Хорошо защищает. Взяла себе такую резинку для того, чтобы делать пучок для волос. Мне очень понравился цвет. На данный момент он прям похож на мой. Обычный пучок. Так, и еще здесь осталось два средства. Значит, это у нас кремовые румяна. Кремовые румяна. Такие вот они у меня обычные. Color Trend. Видимо, жидкие. Мы их попробуем. Ну, такой набор я заказала. Очень тоже интересный. Это бижутерия. Бижутерия. Коробочка такая обычная. Подарочная коробочка. Угу. С вот таким вкладышем, что, видимо, в бижутерии нельзя купаться, брызгать на нее всякими средствами. Ой. Бегать, заниматься спортом и плавать. Будет хорошо видно. Здесь вот такая пара сережек. Пару сережек и вот такая цепочка с подвеской. Я очень довольна бижутерией. Как это все будет выглядеть на мне, там помады, например, какие ощущения от разных средств. Будут более подробные видео, записанные видео, смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Можете заказывать у меня продукцию Avon с 30% скидкой.